Андрей Романов занимается волейболом уже 9 лет. Играет в сборной команде поселка Виноградный. По словам спортсмена, они серьезно готовились к спартакиаде. Тренировались 3 раза в неделю по несколько часов. В финальной игре с командой ГК «Дзора» они одержали безоговорочную победу, обыграв гостей в 2 матчах. Члены команды признаются, на меньший результат даже не рассчитывали. Ради этого мы сюда приехали. Не тяжело. Ожидаем лучшего от других команд. Подготовка, я вам скажу, такая на уровне, потому что большинство людей участвуют и тренируются в детских спортивных юношеских школах, растут, поступают в институт и возвращаются домой, играют за свои команды, за свои поселения. На прошлой неделе в соревнованиях по женскому волейболу победу одержала городская команда. Также в предыдущем турнире победила и мужская сборная Анапы. Однако по результатам спартакиады в общекомандном зачете золото взяли спортсмены поселка Виноградного. Вскоре победители отправятся отстаивать честь муниципалитета на краевых состязаниях.